Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Виталий, он же Монк, и долгожданный Киберпанк 2077. Я вам признаюсь честно, я его не так вот ждал, чтобы прям так слышал. Иногда читал новости, но у меня не было такого, что я сижу и жду, блин, когда же он выйдет. Да чё ж там тыры-пыры, там растопыры, где чё, кого там. Вот, поэтому я, наверное, не сильно расстроюсь, если вдруг что-то там будет не так. Что, давайте не будем тянуть. Нажимаем новая игра. Посмотрим, что CD Projekt свояли. Так, выберите уровень сложности. Я буду играть на среднем. Я не это самое, блядь. Так, выберите прошлое Ви. Иногда оно будет влиять на события и варианты выбора в диалогах. Блядь. Кочевник. Жизнь кочевника опасна. Вы выросли в пустошах, мародерствовали, устраивали набеги на заправке. Дорого. Дорога многому вас научила. Главные ценности кочевников – честность, прямота и свобода, чужды жителям Найт-Сити. Там ты этого не купишь ни за какие деньги. Дитя улиц. Говорят, чтобы понимать улицу, нужно жить на улице. С детства общаясь с преступниками, фиксерами, куклами и барыгами. Вы усвоили главный закон городских джунглей. Слабые подчиняются сильным. Это единственный закон Найт-Сити, который вы еще не нарушали. Чуть даже не знаю. Корпорат. Мало кому удается уйти из корпорации и сохранить жизнь. Не говоря уже о чести и достоинстве, вам все это известно. Работая на корпорацию, вы нарушали правила, шантажировали конкурентов и собирали информацию. Потому что на этой войне все средства хороши. Я выберу, наверное, блин. Наверное, я выберу дитя улиц. Хотя я путешествовать люблю, блин. Может, кочевника выбрать? Частота, прямота и свобода. Блин, ладно, выберу дитя улиц. Погнали. Так, ну я, соответственно, мэн. Ох, ядрит мадрить, бля. А это что такое? No. Так, голос мужской, цвет кожи, бля. Цвет кожи. А есть такой прям бледный, бля. Я на севере живу, я очень бледный человек, блядь. Солнца мало. Ну был же там где-то. Ну пусть такой будет. Тип кожи, блядь. Это что такое? Прощелыга типа, блядь. Так, вот так пускай будет. Причесочка. Ой, не, ирокез нах. Чё бы выбрать, блядь? Ничего похоже. Ох, давай вот такой будет. Цвет волос. Так, пойдет. Седина у меня уже прям, ага. Тихо. Прическа, цвет волос, глаза. Чё это, блядь? Какие там были глаза, блин, такие? Ой, не. Да ну нахрен. А, нормально. Цвет. Вот голубой хочу. Голубой хочу. Есть брови такие массивные, блядь. Да нет, совсем без бровей не надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, по-моему. Да, пусть будет 5. Цвет бровей. Нет, еще какие фиолетовые. Вот так вот, да, нормально. Нос у меня длинный, бля. Да нет, ты че. Ну, шестой надо запомнить. Девятый нормально, бля. Чё рот, блять, нормальный рот. У меня узкие губы, блять.
Узкие, о, да, нормально, челюсть. Так, нормально. Уши не буду трогать, блядь, борода. С косичкой, блядь. Да не надо с косичкой, блядь. Не-не, что это, блядь? Блять, так на пацана похож, блять. А, блин, была там одна бороденочка. Это такая была по умолчанию, да? А вот такая пускай будет. Стиль бороды. Пусть такой будет стиль. Киберимпланты, блядь. Это что такое? Ага. Так. Троечок мне понравился. Может, вот так, блядь? Или вот это седьмое, блядь? Вот, пускай седьмое. Шрам на лице не нужен. Татуировки тоже, блин. Пирсинг, тем более. Зубы. О, блядь, серебряные, ё-моё. А золотые есть? О, я буду с золотыми зубами, блядь. Или пусть обычный будет, бля, пусть обычный будет. Макияж глаз нахер, бля. Губы я еще не красил. Ты че, с ума сошел? Не-не, не надо, бля. Цвет изъянов, ноги короткие. Ноги короткие, бля. Цвет ногтей, блядь, соски? Стебешься, что ли? Нет, да, бля. Не, ну ты че это такое, бля? Я не знаю, есть где-нибудь там на плече, блядь, татуировка? Гениталии нету? В смысле, блядь? Все, давай, уберите это нафиг. Быстро уберите это, блядь. Так, блядь. Каждая характеристика дает доступ к нескольким навыкам. Характеристики и навыки дают бонусы, которые могут быть полезны при разных стилях игры. Вы повышаете уровень навыков, выполняя связанные с ними действия. Максимальный уровень навыка ограничен уровнем соответствующей характеристики. Я это самое... Я вырежу тот кусочек, блин, с гениталиями. Не, ну то, ну, блин. YouTube, ты чё? Все. Так, доступные очки. Сила, интеллект. Вот интеллект, блядь, интеллект вещь. Реакция, техника. Так. Так, хладнокровие, бля. А чё хладнокровие? Это характеристика влияет на вашу выдержку, собранность и эффективность во время скрытного передвижения, бля. Ага, ага. Влияет ваши нетронерские способности. На каждом новом уровне интеллект ваш показатель меняется. Объем памяти кибердеки. Урон от скриптов увеличится. На время действия. Что за хрень, бля? Пусть будет 5. Общая скорость передвижения, бля. Вот так пусть будет. Все, поехали. Панель биомонитора. Псевдоним Ви. Предыстория Дитя улиц. Говорят, чтобы понимать улицу, нужно... А, ну это мы читали. Тра-та-та-та-та-та-та. Окей. Окей, нажимаем. Погнали. В смысле, бля? Вот обезболивающий. Вправить сломанный нос. Выпить, блин. Давай нос вправим сначала. Ой. Что ты делаешь? Потерпеть, и все будет окей. Давай, подожди. Ага. Угу. Блять, уебок. Ух, нифига себе. Какой-то хуило захотел моих денег. Я разобрался.
Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, Ви, нарисовалась проблема. Серьезная. Чё за проблема, чувак? Выкладывай. Говори уже, давай, что у тебя там стряслось? Я, ну, задолжал Кирку. Если ты завтра не отдам, он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это брат откинулся, надо было его встретить. Сам виноват, знаю. Так, никак ты, мля, не научишься. Когда же ты поумнеешь, Пепе? Надеюсь, у брата твоего все в порядке? Ну, пока вроде справляется. Так ты мне поможешь? Так, ну давай, ладно, помогу, блин. Я поговорю с Кирком, а ты мне потом будешь должен. Погроб жизни. Добро пожаловать в мир Киберпанк 2077. Впервые в Найс-Сити, тогда советуем пройти обучение, которое познакомит вас с основами игрового процесса. Если вам не требуются подсказки, просто отключите их. Вы в любой момент можете зайти в базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных понятиях. Я, наверное, не буду проходить обучение. Правда. У него свои демоны. Они терзают. Так, куда идти? 10 метров туда. Я передам, что вы извините. Фига себе, тут матов сколько. Дрить мадринная. Я столько не матерюсь, блин. Чё, как, ребята? Разгружаем пока. Ага. Учти, я проверю. В прошлый раз не хватило двух бутылок Сенсона. Та-ра-та-ти-ра-ти-та-ра-та-та. Музон такой. На-на-на-на-на. И чё дальше? Слава богу, просто ребра поломаны. Пуля прошла на вылет. А что случилось? А что случилось? Полицейская облава. Пытались поймать каких-то дилеров. А что случилось? Дрался, это... сынок, да? Я дрался, да. Что это? Стоял. Ладно, пошли базарить с этим. Кто он там? Привет, Кирк, у меня дело. Привет, Кирк. Есть дело. Он виноват только тем, что... Ви, какие люди! Выкладывай, что тебе надо. Что тебе надо, бля? Что тебе надо? Я попросил с тобой поговорить. А он сам что, стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока. Мужик, ты чё подсел тут ко мне, блядь, справа? Может, ты нахер пойдешь отсюда? Дай ему немного времени, сколько он тебе должен, что тебе надо, блядь, что тебе надо? А тебе хули надо? Вот да, правильно, козел. Жри, сиди, блядь. Гамбургер свой, блядь, вонючий. Дай ему немного времени, блядь. Да, дай ему времени. Перенеси срок, а? Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я что, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Че ты какой? Да из чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слово, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет. Чё тебе будет, блин? Я хер знает, что тебе будет. Я тоже однажды тебе помогу. Ты избежишь неприятностей. Давай вот тоже помогу тебе. Как подпишись? Обычно, услуга за услугу. Ты поможешь мне, я тебе. Хорошо. У меня как раз есть одна идея. Да ты чё это? Чё там у тебя? Ну-ка. Взять журнал и... Окей. Клевая тачка, да? Тачку надо тебе? Во всем городе таких всего 4. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. Так, не уверен, что смогу, а ты после этого спишешь долг? После этого вы с Пепе будете в расчете? Само собой, я свое слово держу, ты же знаешь. Смотри, ушастый, блядь, а то уж-то тебе оторву. Угонишь для меня этот... Рейфилд. Спешу долг Пепе, и тебе тоже что-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык.
Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. Что-то слишком просто все. Кераси, у него очки, блядь, смотри, какие это дополнительные реальности. Как очки сигнализацию? Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду куда хочу. Кирк, у таких машин есть сигналка. Кстати, очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывает двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк. Ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, брат. Ты что там пердишь, что ли? Блин, нифига ты, мужик здоровый. Взять устройство, да, взять устройство, надеюсь, ты сдержишь слово. Не забудь про наш уговор. Спокойно, Ви. Говорю тебе, ты на этом еще и заработаешь. Так, ссылки из ЗЭП, конечно. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Удачи там. Если что, я всегда на связи. Смотри, чувак, блин, ты мне тут это самое, не балуй, блядь. Запирались? Не надо запирались, давай заморались. Так, а чё, у меня есть какая-то тачка там или чё? Блин, да они тут переплюнули меня вообще по матершине, я имею в виду. Да вы задолбали, может это? Я могу бегать? Могу. У меня нет каких параметров, выносливость там или что-то, какой-то еще хрень. Вроде нету. Своих людей в Санто. Пусть приготовятся. Есть авто. Ну надо. А, блин. Кого я вижу? Кого ты? Ты никого не видишь, блин, дурак. Не знал, что ты в городе. Че у вас у всех кресты такие? Вы че, блин, падры, что ли? Я вернулся пару недель назад, ты ничего не изменился, Хейл все такой же. Я вернулся из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Ага. Как там, на востоке? Отлично. Расскажу как-нибудь. На востоке все нормально. Давай мы тебя подвезем, заодно и расскажешь. Ну давай. Маркус, поехали. Вот ты кто, Шварценеггер, что ли? За братву и двор, блин. А мне куда? А, мне сюда? Спасибо, блин, Шварценеггер. Блин. Тебя куда? Он за руль Глен, сядет. Подбросьте меня к углям. Углям? Обратному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Я покажу, где дверь, блядь. Ну так, так. Необычно. Ну, как тебе старый добрый Найт-Сити? Да хер он знает. Есть? Я пока не знаю. Как этот Найт-Сити ваш? Я только тут, короче, появился в нем, блин. Кручусь понемногу. Мелочь всякая, то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что да, я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что, Атланта оказалась не такой, как ты ожидал? Я ничего не ожидал. У меня особо и не было ожиданий. Я просто надеялся, что там лучше, чем здесь. Не лучше. Может, это все и к лучшему. Может, я это... Мужик, можно я в окно посмотрю? Может и к лучшему, блин. А может и не к лучшему. Кто его знает? Ты же, блин, не предугадаешь будущее. К лучшему, не к лучшему. Все, что не делается, все к лучшему, блин. Черт. Че такое? Опа, блин. Братва какая-то подрулила. О, блин, и пистолетом тыкают. Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Да и нету. Я не знаю, мне игра не говорила, есть у меня оружие или нет. А есть у меня оружие? Я не знаю, у меня не... Себастьян и Барра. И Барра, бля. Похоже, мне сегодня повезло. Ой, мужик, ты не лезь, пожалуйста, чего? А. Разобраться. Раз и навсегда. Чё ты сыришь на меня? Хорошее предложение, папаша. Ты уёбываешь свисты и ребят своих забираешь свисты с собой. Я отдаю тебе Глена и Мыквит. Можешь спать спокойно. Свист и переходишь на XP, блядь. Понял, блядь. Ну, папаша, что скажешь? Так, еще тихо, хоть блядь. Одно слово,
А ты не лезь, я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Понял, бля, козел. Что-нибудь еще? Вали отсюда. Наш разговор подошел к концу. Чё тебе за синяя повязка, бля? В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. О, бля, он реально падры, бля. Трогай. Он реально падры. Смотри, крест, блин, я ж сказал. Чё, вы падры, что ли? Он реально падры. Падры, блин, ты чё? Ты же, блин, ты должен быть очень... Я рад, что ты не забыл свои корни. Таким человеком. Я жужу молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Я точно. Кто это был? Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Заплатит, заплатит, блядь. Лишь бы на нас какой-нибудь, блядь, не натравил кого-нибудь. Я просто еще не знаю, как тут, да чё. Встань вон там. Где? Да, спасибо. Дальше сам спущусь. Ага. Давай. Вот, на прощание. Чё это там? Карта? Взять карточку. Твой номер? Твой номер? Может пригодиться. Да чё там написано, блин? Вдруг мы с тобой ещё поработаем вместе. Как 2 года назад. Спасибо, да. Падре. Возможно, возможно. Мне пора. Давай, покеда, ну, падре. Ну, с Богом. А, хорошо, хорошо. Ух ты чё? Нифига себе, блин. Вот да это. Тебя. Чё такое? Добавлю новый контакт. Себастьян. Задаем блин, за братву и два. И двор, блин. Вход 50 метров. А, блин, вон прикольно это. На мини-карте прикольно обозначается путь. Ай, пунктирно. Так да, ша, хватит, блин. Матершинники какие, блядь. Посмотри. Переулок, парковка. А мне куда надо, блядь? На парковку, наверное. Кирк Сойер. Ви, как дела? Я на месте. А, это этот, ищу, блядь, твоего человека. Рик отличный парень, отвечаю. Доверяю ему как брату. Ну ладно, ладно. Тут еще и время идет, надо кнопочку успеть нажать. Я, блин, тормоз, поэтому... Буду пропускать, наверное, блядь. Частенько. Чё так темно? Опа, опа, опа. Опа, опа, текстурки подгрузились. Да. Чем могу служить? То, чё, где? Что тебе надо? Я от Кирка. Я от Кирка. Ага. Ага. Камера я вырубил. Да, молодец. У тебя 20 минут. Да, хорошо. Делай своё дело. А где машина-то, блядь? Какая? Блин. Кирк, вижу машину. О, вижу, вижу. Твой час настал, малыш. Давай. Действуй. Давай, давай, действуй. Так, взломай. Сейчас протестируем это чудо техники. Ну-ка, ну-ка. Маловерный ты человек. Сам ты... Видишь, мы богаты. Да ладно. Теперь звони тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Еще надо свалить так-то, а-а-а, блин. Похоже, проблем быть не должно. Ты какой руль, блядь. Окна-то откройтесь, блядь. У этой тачки должен быть автопилот так-то. Чё такое, мужик? Вылезай. А ты еще кто? Вылезай, блядь, живо! Ты кто, блядь? Спокойно. Козёл, блядь. Ничего личного, просто бизнес. Пошёл нахер. Рейфилд мой. Не понял, типа воровские понятия не для тебя? Ты на чужое пришёл. Ты я чё, козёл, блядь? Можем решить дело двумя путями. По-хорошему или по-плохому. Да пошёл ты оба нахер. Оба приведут к одному и тому же. Ты чувак, блядь! Ух ты, мать твою! Ой, блядь, надо было уехать. Не с места! Вы арестованы! Никуда не дергаться! Ой-ой-ой-ой-ой! Поднять руки так, чтоб я видел! Медленно! Морды в землю, сука, быстро! Ну все, нас повязали, блядь! Парни, ты полегче! Тихо, блядь! Блядь. Спокуха, блядь! Мужик, отпусти, бля! Это все он, козел. Мой добрый сосед. А ты кто? Так и не поумнел ни на грамм. Стинс какой-то. Эй, детектив Стинс. А-а-а. Надо же, какая встреча. Детектив, бля. Инспектор Стинс. Инспектор, бля. Один хрен. Ребзи, отпустите, погоди-ка. А? А тебя я тоже припоминаю.
Да ладно, а я тебя нет. Да? А я тебя нет. А ты вроде уехал в Атланту искать счастье. Ах ты сука, ты знаешь про меня, да? Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Сам ты тут перхоть. Тут остаться, тут жить и тут подыхать. Угу. Я как всегда был прав. Ой, хорош болтать. Пошел нахер, блин. Как что? Поедете искать счастье в колонию? Да ладно, инспектор, тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев, а может и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Воры это они? Простые уличные бродяги? О, тут ты. Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиока. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? Ёп, у меня нет ты времени смотри. Снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги, надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Эй, не надо, бля. Мне ноги нужны. Ты чё, как я ходить буду, бля? Бля. Пацаны, не надо, бля. Пацаны, не надо, я говорю, не надо! А, блин, скотина. Где я, блядь? Сука, чё, ноги сломал, блядь? Вот честно, там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Блин, я тоже. Я тоже. Стинс та ещё, конечно, мразь. Но капля чести у него всё-таки... осталось. Думаешь, это его честь нас спасла? Ага. И то, что он сам из Хейвуда, как и мы. Чё делать-то будем? Если б не я, ты бы уже рассекал по городу на этой красавице. Очень вряд ли, блин. Очень вряд ли я сам виноват, блин. Я сам виноват. Нет, это я виноват. Как это ты? Копы да? Же не сами собой нарисовались. Это моя отмычка подняла тревогу. А, да? Ну, познакомимся по-человечески. Ну давай. Джеки Уиллс. Здорово, Джеки Уиллс. А, погоди. Ты бываешь в Койоте? В Койоте... это да. В Койоте я и получил заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим абсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписался. Твой Пеппа, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят? За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей, и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Бамос? Заточил, блин. Ну, мы приятели, естественно. Знаешь, не очень удобно переключать диалог, да выбор диалога тебе. Ку и Е, короче, как, клавишами. Ага. Попробуешь чили моей мамы. Лучше да. В городе. Да. Пошли, а пожрем, что. По мне, это хорошее начало. Согласен. Начало чего? Как встать-то, блядь? Наши... Ну ой. Давай, пошли. Я с утра это ничего было. Не ел. Пошли, да, пошли. Это хорошо. Пошли. Я на С нажал случайно. И... перемотка, блин, диалога, блин. Прикольно привет, сделано. Привет, Найт Сити! Здорово, здорово! Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает, закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бо-Бо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Да они, короче, уже это...
всякие задания выполняют. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Город мечты, Найт-Сити. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. Да. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Джапантаун полгода спустя. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. Че? На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Ага. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай, не повредит пропустить обучение. Дай ну нах. Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маняна, маняна. Маняна, маняна. Так, ты узнал подробности у фиксера, блядь. Макака сказала, как лучше выполнять этот заказ. Макака? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Так, ну пошли. Я готов. Может, надо было обучение пройти, хз, блядь. Я же не знаю, что да как, блядь. Тут... Лист, пошли. Вытащите оружие, блядь, альт. Совершить быструю атаку Q, перезарядить. Ага. Чё ты руками... Руки-то не по... Ой, быстро атаковать. Пау, заблокировать. Нажать дважды, уклониться. Не тормози, Мано. Да подай, как мне руки убрать, блядь? Я не хочу с такими руками ходить, блядь. Я не хочу с такими руками. Применить, блин, применить. А, понял, все. Так, ты ответить. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Ебак, блин. Джек прав. Успокойтесь уже оба. Да. Мы почти на месте. Хватит базарить. Слышишь, Бак? Соберись. Попусту, бля, базарите тут, ё-моё, бля. Мутите воду. Понятно, бля. Так, чё там? Ты пушку достал? Дай-ка я тоже достал. 12:37. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Такой, так, бабуся, ну-ка иди обратно в дом. В хату, бля. Чё там надо? Взломать дверь, бля. Быстрый взлом. Да, чтобы начать быстрый взлом, посмотрите на устройство и просканируйте его, нажав Tab. А где чё? Какое устройство, бля? Не тормози, Мано. Подожди, бля. Открыть удаленное. Готово. Так, сменить цель, запустить. Интерфейс, блин, еще непривычный. Не, да я вроде не высовываю, это что такое? Что это, бля? Получено что? А подожди ты, бля. Дай тут что-то интересное есть, бля. Что такое, бля? Я что-то собираю, ничего не знаю. Ви, проверь тело. Ой, ё-моё. Осмотреть. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Вот так. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотековские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не спать. Чё-чё-чё-чё? Ещё пиндехос. Пиндехос? Убери его, блядь. Опять пиндехос, блядь. Пиндехос уже где-то был. Тише. Как пойти? Сука, не получилось, блядь, по-тихому.
Сейчас начнется. Там что-то было написано, а я, блин, просрал, короче. Гаси его! Тут еще кто-то есть. Как присесть? Контр? Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? Как вам такое, ты что, Габрона? На, блядь. Ну-ка. Сука, молодчина! Почему контрол надо держать? Я не хочу его держать. Так, это что такое? Взять. Так, я взял какой-то автомат или что? Эй, Вик, пригнись! Блядь, ничего я не взял. На, тварь, блядь, пога. Куда ты там? Куда побежал? Меня увидят. Да, ой, блядь, граната, сука. Как лечиться? Разнесем этих уродов! Чувак, а как лечиться, блядь? А ну пошел нахер. Иди сюда, блядь. Каброн. Каброн, это козел, если что. Так, подожди, что я там делал? Игры кончились. Блин, как войти в меню-то это грёбаное, где, блин, где оружие выбирать можно? Хустепуста! Хустепуста! Мазафускер! Так, один готов. Не жалей никого, слышишь? Ух ты, тварь, блин! Пошел вон! Козел, бля, каброн, бля. Да сдохни ты уже, блядь! Да все, я его это чепушнул, блядь. Так, еще там один где-то падает. Осторожно, а то нас поймают. Вон он. Засел. Да вы че, блядь? Оборзели, что ли, гранатами своими, блядь, швыряют. Иди стреляй в них, че ты меня-то все время туда посылаешь, блядь? Иди сюда, бля. Сам подошел, бля, смотри. Эйби, пригнулся. Бак, что у тебя по плану здания? Так, собираем все. Окно слева от вас. Через секунду открою. А это, блин, я ж подошел там. Отвлеки его. Дальше я справлюсь. Взял какую-то. Комната тоже открыта. Будьте внимательны. Какой-то автомат или что? Что такое? Кто там? Ой, бля. Кто-то гасит, гасит кто-то. Да блин, ты чё не перелазишь? Всё, бля. Это не всё! Ух ты, хера себе, бля, смотри-ка ты, бля, с базукой какой-то, тварь. А, всё, он его мочит уже. На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Чёрт, можно где эта девица? Пуху твою. Ищите, должна быть где-то там. Так, а я вот так подхожу и не беру ничего. Только что ж брал, блин. Ищите где-то там. А подлечиться как, блин? Ничего, надо было обучение проходить, блядь. Как мне выпить пилюлю какую-нибудь? Где у меня инвентарь, блин? Карта снаряжения, рюкзак, киберимпланты, блин. Ё-моё, нихера, сколько у меня тут всего. Двуствольное ружье, бля. А где, блин, где этот слот-то, блин, быстрый? Быстрый доступ. Я ж его как-то открывал, бля. Ладно, разберемся. Блять, господи боже. Ой, кто это, бля? Пиздец. Ох ж. Ух ты ж, блядь. Так, ну-ка не это смотри, она. Блядь. Глаза наша закрой. Цель. Закрой глаза, я тебе говорю. Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Так, подключайся. Выезжай на дерьмово. Да убери ты, блядь. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, тибак!
Это тебе не VIP-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки. Если чё? Есть, выдергивай, она заглушает сигнал. У щепки, бля. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на пол. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Не сто же, блин. Поднять девушку. А, 18 плюс, бля. Все. Куда уходит, бля? Что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, сэр! Оф. Вот ну, вроде... это инжектор, блин. Вроде помогло. Вот Фуэр, это инжектор, блин. Блин, уберите эту титьку, уберите, пожалуйста, блин. Давай, уберите титьку, говорю. Ой, блин. Куда идти-то? Я ни хера не вижу, блин. Сюда? Ой, не, не сюда. А, о. Встань у входа. Чё? А, встань у входа. Встал. Мужики, тихо, тихо. Вы же медики или кто? Пациентку на землю. Чё? Забирайте. Аккуратней только с ней. Быстро. Ой, чё вы им бьёте-то, бля? Чё вам, блин? Они её реанимируют. ТТ-133 к центру. Получили пациентку МС-570442. Тихо, тихо, мужики, я это... Я ничего не делаю, я... И чё дальше? Куда они её увезли? Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Чё это было? Он прошёл сквозь... Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Сквозь шкаф, блядь. Ты видел это? Тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только да, без базара, да, бери, бля. Бери без базара, дружище. Что, может подбросить тебя домой? Да. Ну давай. Подбрось, бля. Я все равно устал. Да-да-да. Точно. А, чуть не забыл. Позвони чё? Сейчас в Акака. Дай я знать, что работа сделана. Макака позвонить? Так, что это надо? Нажмите Т. А, в Акака, бля, позвонить. Алло, в Акака? Вакака, алло! Ух ты, бля. Как все неожиданно. Прошло. Клиентка жива-здорова? Ну, не совсем здорова, но жива. Жить будет. Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Да? Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Точно. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Ну давай, давай, бля, поведи. Так, что тут у нас? Что это? Не могу взять. Не могу взять. Блин, ладно, нахер. Хер с ним, блин. Так, садись в машину. Сесть. А давайте, друзья, а вот здесь прервемся и продолжим уже в следующий раз. Ну так, игрушка ничего. Ну как бы, поначалу прям нормально пошла. Посмотрим, что дальше будет.
Ладно, дорогие друзья, с вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Алло. Всем пока-пока и удачи. Ща-ща, погоди.